Гуманное и милосердное отношение, помощь ближнему. Для сотрудников городской организации Красного Креста это не просто слова, а дело всей жизни. Буквально каждый день они протягивают руку помощи тем, кто в этом нуждается немного больше, нежели остальные. Накануне они оказывали необходимую поддержку незащищенной категории граждан, людям с инвалидностью, приготовив пакеты с продуктами питания весьма внушительного содержания. Я пришла, ребенок-инвалид первой группы. У нас многодетная семья. Нас часто приглашают в Красный Крест. Мы как-то очень благодарны, конечно, что он существует в наше время, потому что это время трудное, как бы. Вот. Мы очень благодарны. Все здесь очень тепло относятся к нам, всегда идут нам навстречу. Очень благодарны. Слава Богу, что есть Красный Крест. Мы оказываем помощь где-то продуктами питания до 10 килограммов. Там и крупы, и макаронные изделия, и растительное масло, консервы. Поэтому я считаю, что этому каждому очень нужно. А когда человек в трудной жизненной ситуации, когда не хватает средств, я думаю, что это существенная помощь. Красный Крест – это благотворительная организация. И наша задача и цель нашей организации – это оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это ежедневная наша работа. И это лишь одно из направлений работы городской организации Красного Креста, в которой активное участие принимают и горожане. Уже стало хорошей традицией делиться с ближними вещами, которые в гардеробе не нашли применения. Однако для других людей они станут хорошим подспорьем. Установленный контейнер на Орловской – место, куда любой желающий может принести лишнее. Однако лишнее не значит непригодное. Главное помнить, что помогать нельзя наполовину. И то, чем ты делишься, должно быть тем, что ты захочешь взять себе. В Брестской области установлено 8, наверное, таких контейнеров для чистой обуви и одежды. Но люди, наверное, путают. С мусоркой перепутали и приносят такие непригодные вещи. Хотелось бы обратиться мне к жителям города, которые хотят пожертвовать ненужные, но хорошие для носки вещи другим людям, которые в них нуждаются, просьба приносить чистую обувь и одежду. Вскоре вещи, оставленные в контейнере, переберут, рассортируют и раздадут нуждающимся сотрудники Красного Креста в социальном центре. Обратиться в него может каждый, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Здесь вам помогут и словом, и делом, ведь служение на благо людей – это та цель, которая объединила всех последователей великого гуманиста Жана Анри Дюнана.